Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Сегодня предлагаю вместе посчитать наши денежки. Они ведь, как известно, счет любят. Поводом послужили итоги Петербургского международного экономического форума, впрочем, не только. Периодически мы с вами пытаемся разобраться в постоянно меняющихся экономических трендах. Обращаемся за комментариями к экспертам. Силимся спрогнозировать, куда, например, качнет национальную валюту и какое очередное колено выкинет за океанский доллар, который, к слову, на форуме уподобили наркотику, на который подсажен весь мир. А еще на нам, конечно, очень интересно знать, что будет с нашей экономикой, уровнем жизни, с ценами на квартиры, машины, электронику и так далее. Сегодня экономика как никогда напрямую зависит от политики. Это знаем и мы с вами, и влиятельные участники прошедшего в Питере международного форума. Я напомню, что он собрал 14 тысяч человек из 79 стран. На нем было заключено контрактов более чем на 5,5 триллионов рублей. Напомню, что продуктивное участие в этом крупном мероприятии принимала и делегация от нашего региона во главе с губернатором Игорем Руденей. Итоги форума в целом понятны. Они, как всегда, позитивные, перспективные и многообещающие. Знаете, я посмотрел аналитику с прошлых форумов. Она примерно в таком же ключе, но вот на практике не все так радужно. Наверное, тот случай, когда гладко на бумаге, а в реальности есть еще и овраги, которые порой сильно портят картину. Еще раз подчеркну, что нынешний форум и реализация заключенных на нем договоров происходит в новых политико-экономических условиях. Вот давайте посмотрим, чего нам с вами ждать в обозримой перспективе. Итак, как известно, последние семь с лишним лет реальные доходы россиян падали. Но в конце минувшего 2021 года наконец-то отметился их робкий рост – около 3%. Однако с конца февраля года нынешнего ситуация снова существенно поменялась. Ну, понятно, в какую сторону. Многие печально вздохнули, затянули пояса и заключили, мол, нежели хорошо, так чего уж и начинать-то. Если кто-то не знает, что такое реальные располагаемые доходы, то я поясню, что это действительно те самые реальные деньги, которые вы можете обменять на товары и услуги. То есть, по-простому говоря, имеющаяся у вас сумма, из которой уже вычтены налоги, инфляционный коэффициент, и обязательные платежи. Так вот, эти финансовые возможности граждан по итогам текущего года по прогнозу Минфина снизятся без малого почти на 7%. При этом инфляция превысит аж 17%, тогда как доходы, как ожидается, если и покажут в отдельных отраслях рост, то очень скромный. Правда, тот же источник в будущем все же прогнозирует рост наших доходов до 8%, но только в следующем году. И тут гарантий нет никаких. Так что, как говорится, будем посмотреть. Сегодня Россия обложена санкциями. Наша страна претерпевает немыслимый гнет и в экономической сфере, и на политической арене. Да еще и проводит вынужденную и очень тяжелую военную спецоперацию, в которой противником выступает ни много ни мало, а весь коллективный Запад. Кто в этой ситуации поможет нашей стране? Нам с вами. Да никто. Одни страны делают все, чтобы Россия захлебнулась в собственных и активно создаваемых тем же коллективным Западом проблемах. Другие, вроде Венесуэлы, Никарагу, Абхазии, вроде бы и сочувствуют нам. Но давайте будем откровенны, это не самые влиятельные игроки в современном мире. И зачастую они сами нуждаются в поддержке. А если те, кто сегодня выжидает. Если мы выплывем, то к сильному потянутся, станут возобновлять и наращивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях. А нет так нет, как говорится, прости-прощай. И никто сильно не расстроится. И такой расклад не только Сегодня так было, в общем-то, практически всегда. Ведь известное утверждение, что у России лишь два союзника армии и флот родилось не в нынешнем и даже не в прошлом веке, а раньше. Так что надежда на спасение утопающих должна связываться главным образом с энергичными и грамотными действиями их самих же. Ну а кто у нас в авангарде отряда спасателей? Да как везде, конечно же бизнес. Мы же видим, как уровень жизни в разных странах коррелирует со степенью развития в них экономики, промышленного производства, банковской сферы, всевозможных видов бизнеса и предпринимательства. И вот сегодня, как говорят, в том числе и на высшем уровне, для бизнеса складываются одновременно непростые условия, но и открываются новые возможности. В частности, почти непаханное поле импортозамещения. Но и тут не без нюансов. Например, на форуме глава российского Минэкономразвития Максим Решетников призвал не пытаться импортозаместить каждую отрасль. «Лучше давайте создадим комфортные условия для бизнеса, дадим субсидии, не будем мешать бизнесу», — сказал он. Так что без фанатизма, пожалуйста, господа предприниматели. А вот за обещание министерской поддержки, конечно, спасибо. Правда, порыв Максима Геннадьевича слегка подостудил его же коллега Антон Германович Селуанов это министр финансов, он сказал, что всем сестрам по серьгам дать не получится, ибо, как он напомнил, мечтателей много, а бюджет один. Так что хотелки тут же придавили терпелки. А тут еще и федеральный бизнес-омбудсмен Титов подоспел с малообнадеживающей информацией, что, мол, санкции ударили более чем по 80% предприятий и производств. Так что там сейчас речь идет скорее о выживании, а не о бурном росте. А один крупный российский бизнесмен посетовал, что даже в таком полуживом положении бизнес нет-нет, да и подкошмаривают санкциями свои же отечественные контролирующие структуры. С ним солидарен известный бизнес-консультант и предприниматель Дмитрий Потапенко, который в одном из своих комментариев по итогам форума заметил, что экономика России задышит только тогда, когда произойдет реальное сокращение контролирующих органов и всяких ГБУ, в которых работают миллионы чиновников. И надо сказать, что такой процесс действительно можно было бы попробовать запустить. Ибо, как заметил президент Путин, после того, как мы пошли на снижение внеплановых и плановых проверок в разы, количество нарушений со стороны бизнеса не выросло, а снизилось. Но эти ведомства нужно именно сокращать, а не ограничивать их деятельность мораториями, так как тамошние фискалы, что называется, натасканы на проведение проверок, комиссий, применение санкций и наложение всевозможных штрафов и арестов. Они этим живут, это их сущность. Так что государству надо уже определяться в нынешней ситуации. Либо оно, согласно директиве президента, протягивает бизнесу руку помощи и не бьет его при этом второй рукой. Либо вся концепция восстановления экономики страны рушится, и на что рассчитывать тогда уже просто непонятно. Вообще говоря, сейчас многие аналитики, экономисты подмечают, что у части российской элиты есть какая-то, ну что ли, растерянность от того, что старая стратегия или привычная парадигма подломилась, а новая еще до конца не ясна и не сформирована. Но определяться надо, пора. Ну и еще об одном неоднозначном впечатлении от форума. Когда я его смотрел, то меня не покидало ощущение дежавю, если хотите. Каждый год в этом мероприятии принимают участие, в общем-то, все им известные персоны, которые всегда говорят, по сути, все те же правильные вещи, с которыми трудно поспорить. С той лишь разницей, что нынче, помимо развития инвестиций, много говорилось о том, что наши собственные ресурсы и возможности весьма велики, и мы теоретически можем, ну, почти все. Снова говорилось о снижении давления на бизнес, о создании благополучных условий для его развития. Да много о чем правильном и нужном говорилось, так же, как и год и два назад. Но хочется, чтобы за всеми этими речами и церемониалами, раутами и конференциями не позабылась цель форума. Тем более, что сегодня такое время, когда просто жизненно важно действовать. И вот тут уже очень хочется, чтобы эти намерения от слов наконец-то перешли к делу, чтобы все декламируемое с высоких трибун без проволочек на практике стимулировало наш бизнес и затем превращалось в востребованную отечественную продукцию мирового уровня. Ну что сказать, сегодня как раз тот самый момент, когда и власть, и бизнес просто обязаны наладить продуктивные контакты и по максимуму использовать все открывающиеся возможности, несмотря на то, что пока никто не может точно предсказать те условия, в которых все мы будем жить в обозримой перспективе. Сейчас ни у кого просто нет иного выхода. Так что, как сказал крупнейший британский предприниматель сэр Ричард Брэнсон, если кто-то предлагает вам удивительную возможность, но вы не уверены, что сможете сделать это, скажите «да» а позже узнаете, как это делать. Дмитрий Нечаев, колонка главного редактора. До встречи в эфире.